Здравствуйте все! Вот снова долгожданная встреча. Сегодня по-прежнему у нас в гостях Татьяна Пешина. И сегодня мы продолжим изготовление свадебной веточки. В прошлый раз мы сделали соцветие и пружинку с шишечкой. А в этот раз что мы будем делать? А в этот раз мы будем делать цветы и соберем сам букетик. А из чего мы будем делать цветочек? Цветок мы будем делать из простой бумаги. Бумага это вот такая вот. Ну это не совсем простая, гофрированная. Гофрированная бумага. Ну это обычная гофрированная бумага, как мы использовали в прошлый раз для изготовления стебельков, да? Просто бумага, которую можно в обычном канцтоварах купить. Совершенно верно. Она бывает разная. Вот для стебельков нам нужна бумага потоньше, а для цветов желательно взять вот такую вот потолще. Так, погрубее немножко. Погрубее, очень интересно. То есть в прошлый раз мы использовали три сорта проволоки, трех разных видов толщины, а сейчас нам нужно бумагу чуть-чуть другую. Так. Да. Вот. Ну, я так думаю, если будет бумага вся тонкая, это будет не так уж страшно, потому что вот делали из того материала, еще раз я говорю, в крестьянских семьях вообще в быту делали, что есть. Нам рассказывали бабушки в Омской области, что после войны женщины оставались женщинами и девушки, им очень хотелось быть красивыми. И на свадьбу, так как вообще ничего не было, цветы делали из газет, красили газеты и делали такие веночки. Здорово, потрясающе совершенно. Ну что? Цветочек. Готовим цветочек. Вероятнее всего, это, наверное, какой-нибудь образ... Ну, не знаю, скорее всего, плодового дерева. Я предполагаю, что, яблоню. Может быть, яблоню. Так, скорее мастерица всего. Изобразила. Да, да, скорее всего. Да. Нежно-розовый цветок. Да, то есть делали именно те цветы, которые бытовали в этой местности. Нам нужно нарезать вот 5 таких для одного цветка. Я смотрю, прямоугольники, я думала, да. Квадратики будут. Нет, прямоугольники такие. Ширина примерно 4 сантиметра. А высота примерно 4 сантиметра, а ширина где-то 1,5 сантиметра, да? Да. Так, вот заворачиваем один раз уголочек. Узкую часть складываем под углом 45 градусов, да? Вверх. Да. Получается такая единица стилизованная. Угу. И затем еще раз в другую сторону. Как раньше конверты складывали. Конверты или кончик у конфетки. Да. Похоже. Вот. Ага. И теперь, чтобы он у нас не торчал, вот этот уголок подклеиваем. Угу. Вот мы его подклеили, и вот такой у нас получился верх лепестка. Лепесток. Угу. Да, еще не готов. Сейчас мы его сделаем. Вот. Теперь мы берем и его немножко так вот завернем. Что-то конфетное в этом мне чувствуется, в этом процессе. Ну вот. Это лепесточек один, это один получается. Да, один лепесток. Вот таких лепестков на цветке было 5. Точно яблоня. А это что у нас белая бумага? Это у нас бумага для серединки. Так, интересно. Да, сейчас мы ее... И я смотрю, она немного отличается. Она как раз на пергамент и похожа. Да, это именно вощеная бумага такая. Пекарская. Ну вот, нам нужно положить в серединку что-нибудь. Обычно туда используем... квадратик или прямоугольничек такой небольшой. Да. И для набивки, для того, чтобы выпуклая серединка была, я правильно понимаю, да? Да, мы туда... Просто бумажный шарик. Бумажный шарик скатываем. Вообще использовали для серединки обрезки. Если у вас остались обрезки все какие-то, шло в дело. Да, все шло в дело. И вот именно вот эта часть, мне кажется, ее было бы удобно из ткани тоже делать. Вот именно эту часть. Ну, возможно. Обняла бы таким кулачком серединку. Да. Вот. И теперь мы ее обматываем ниткой. Ага. Фиксируем. Да. Привязываем лепестки. То есть, не прерывая ниточку, мы также продолжаем обматывать, да? Да. По одному. По одному. И достаточно плотно, я смотрю. Конечно, нитку подтягивать надо, нужно. Конечно, надо, чтобы лепестки держались крепко. Танюш, а имеет значение, в какую сторону у нас завернуты были эти лепестки? У нас есть лицевая и изнаночная, так скажем, сторона? Да. Вот где мы подклеивали вот
который получился у нас треугольничек, он на изнаночке. На изнаночной стороне. А верх гладкий. А верх, да, он такой гладкий. Вообще мастера... просто равномерно красиво распределяем, да? Да. Нахлёст чуть-чуть. Угу. Чтобы они все пять поместились. Вообще мастера, вот Владимир Степанович Сторожев, он, например, сразу же делал цветок и потом уже его обматывал проволокой. То есть собирал в руках все эти лепесточки? Да, он мастер. И вот, конечно, такому мастерству еще нужно учиться. Вы знаете, я вспоминаю старый добрый анекдот, когда молодая хозяйка спрашивает у старой: я все делаю по вашему рецепту, почему же у меня не получается? Вот вы же здорово так делаете, вкусно. На что старая хозяйка ответила: я делаю по тем же рецептам и плюс 20 лет у плиты. И вот у него, мне кажется, тоже так. Много-много лет опыта. Да. Очень точное движение, уже и как бы лишнего нет такое. А вот так оборачивать именно ниткой, этому я училась в деревне Сергеево Кировской области, тоже у бабушки. Ну что, вот мы сделали цветочек. Но мне кажется, все равно полдела, потому что цветочек у нас получается на совсем коротеньком основании. Да, теперь нам еще нужно сделать стебелек. Я угадала. Да. Стебелек на проволоке. Да, опять же мы берем проволоку. А здесь проволока та же самая, что мы использовали для пружинок средней толщины. Да, но вообще, конечно, любой, который вам удобно работать, надо единственное, чтобы он торчал, вот, чтобы его можно было распределить, да, чтобы он не повис. Вот. А проволоку можно взять любую. Да. Ну что, оборачиваем. Закрепляем. Да. Раз, второй. Закрепляем вот здесь. И уже сам цветок поворачивая, он закрепит. Два конца проволоки между собой. Да, между собой он закрепит проволоку. Теперь мы лишнее обрезаем, так, чтобы у нас был кончик красивый. А, лишнюю бумагу? Да, лишнюю бумагу мы обрежем. Вот. Расправим. И какой нужен нам длины? А стебелек длина будет соразмерная со стебельком, который мы уже подготовили. Да. Вот такой. Потом можно будет, конечно, лишнее убрать. И стебелек снова закроем белой бумагой. Точно. Я научилась практически. Какой у нас замечательный учитель. Понятно практически до объяснений. Да. На самом деле вообще все было просто. В тех ремеслах, которые были, бытовали, они на самом деле очень простые все были. Единственное, были некоторые секреты. Но нужно понять эти простые приемы, во-первых, а во-вторых, как в каждом деле свои секреты есть. Все, оборачиваем уже стебель до конца. Так, вот. И так бывает иногда, что вот проволочка здесь вылезла. И тогда ее просто еще раз мы обернем, чтобы этого не было. Просто новым отрезком, да? Закрываем. Да. Еще раз просто вот это местечко закроем, чтобы было красиво. И готов у нас цветок? Или... Нет еще. Так. То есть вот нам нужно три таких сделать цветка. Как раз тот самый секрет сейчас, я чувствую, да, будет. Да, и теперь нам нужно их снова окунуть тоже в воск или в парафин. Если мы окунем пчелиный воск, то он еще и будет вкусно пахнуть. Как здорово! Да. Но мы... Медовый запах. Да, но мы окунем парафин. Парафин вот для того, чтобы... окунать бумажные цветы, нам уже нужно, чтобы он был разогрет очень хорошо. И чем он сильнее разогрет, тем тоньше ляжет на бумагу парафин. Вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, если у нас будет чуть-чуть остывший воск, во-первых, как я поняла, будет более толстый слой, и, во-вторых, могут вытянуться такие, как сосульки, правильно? Нет, сосулек не будет. Будут, скорее всего, капельки соберутся. Сосулек, конечно, не будет. Он не настолько тягучий. Да. А если будет очень хорошо разогрет воск, то тогда будет слой очень тонкий. Цветы будут нежнее. Нежнее. Татьяна, но пока у нас греется воск, пауз же в работе не должно быть. Праздно сидеть мы не можем. Давайте расскажите нам, пожалуйста, из чего и как сделаны листики. Листья тоже сделаны из бумаги.
из гофрированной. И сделано очень просто. Так. Вот. Ну, нужна зеленая бумага. Угу. То есть цвет выбирайте, какой нравится. Нужен также небольшой отрезок. Вот я уже обрезала. Вот такой вот. Высоту где-то сантиметров 6-7? Да, сантиметров, ну, 5-6. Угу. Я думаю, что... Вот, его мы сложим пополам. У нас листики двойные получатся. Да, быстрее вырезать. И вырезаем небольшой листик. Вот такие листочки. Как живые. Да, теперь мы их немножко соберем. Вот такие тройные листочки почему-то были на венке, на курских венках, как бы собирали из трех. Если посмотреть на конец веточки, то как раз и получится один листик основания и два рядышком. Угу. Так, да, и теперь самое вкусное. Расправляем, потому что после того, как мы окунули, он замерзнет и будет уже такой, какой есть. Татьяна, а в прошлый раз мы для того, чтобы сделать шишечки, подготовили воду, чтобы быстрее застыл парафин. Здесь сейчас, я смотрю, у нас воды нет. Ну, можно окунать воду, можно не окунать. То есть у нас не очень много цветов, они и так замерзнут. А, у нас только один слой будет сейчас, наверное, да? Да, окунаем. Вместе с основанием. Да, прям и до стряхиваем. А стряхиваем до тех пор, пока у нас капельки будут, да? Да, потому что нам нужно, чтобы лишний парафин, ну, не остался на цветке. Ну, все, вот у нас цветы готовы. Теперь нам нужно связать листья. Так, а листья мы тоже будем окунать в парафин? Тоже будем окунать. Да. Угу. Вот мы сделаем такой тройной листочек. Сейчас мы его обернем проволокой. А, то есть мы должны умудриться достаточно маленькие хвостики плотно-плотно обкрутить проволокой. Вот для этого, мне кажется, нужен навык. Чтобы не вылетели листики, да, и чтобы витки были достаточно плотные. Теперь также нужно его немножко обернуть. Сам стебелек, да? Да, сам стебелек. Танюш, вот я сегодня на уроке учусь в приглядку. Я ничего руками не делаю, но пытаюсь постигнуть суть процесса этого. И вот я разглядываю веточку, которая у нас должна получиться, и уже вижу. Вот эти части, три цветочка, мы сделали. Три соцветия, явно вижу, мы сделали. Мы также сделали пружинки. А еще я смотрю, вот здесь такие то ли бутончики, то ли еще что-то. Как я понимаю, в приглядку, как я поняла, это у нас тоже стебельки, обернутые бумагой, но просто немного глубже мы их окунали в парафин и чуть меньше слоев. И поэтому они у нас получились такие игольчатые. Да? Я права? Да, верно. Ну и еще небольшой секрет. Вот такие они получаются, когда парафин застывать начинает. Ага, вот как раз один из тех самых секретов. Да. То есть вот для того, чтобы толстенькие шишечки получились у нас хорошо разогретые, а чуть подостыл, и получаются можно вот сделать такие. Вот такие. На этнографических из них делают, видите, вот тут вот на такой веточке, вот они прямо они собраны, и прям целые как листочки из них сделаны. Вообще на венках именно вот, именно такой формы тоже шишечки были. Ну, не знаю почему. Может быть, какая-то разница была, может быть, какой-то смысл вкладывался. Я думаю, что там вкладывались все-таки символы, вот, в том числе вот, и в цвета. Если коснуться символов, вот я четко вижу, что раз, два, три соцветия кругленьких, а одно вот такое вот вытянутое, как гроздь. А такое мы с вами не собирали. Покажите нам, пожалуйста, как сделать вот такую вот интересную гроздь. Давайте. Она больше похожа, ну, так как на колосок, вот, я думаю. Ну, соберем такую. Так. Да. Для этого нам тоже нужны шишечки, но единственное, я их немножко вытянула. После того, как я показывала, когда парафин у нас еще теплый, можно шишечкам придать любую форму. Предыдущие мы закругляли, а эти чуть-чуть грушками. А эти сделаем чуть-чуть остренькие, как
зерно. Вот. И теперь нам нужна будет для основы толстая проволока, вот именно такая, которую мы делали стебель. Пружинки. А, да, пружинки. Вот, или, да, ну или стебель тоже можно. Вот. Сейчас отрежу, тут много нам не нужно. Вот такой. И сейчас мы ее соберем. Опять же, я возьму клей, да, для того, чтобы все-таки у нас держалось надежно. Крепче, да, да, надежно. Вот, и кончик можно обмакнуть, можно помазать. Так, и вот мы делаем верхний. Такое по зернышко. Одной, получается, присоединяем, да? Да, вот верхнее зернышко. Такое. Просто прикладываем. Я думала, мы будем подкручивать. Будем подкручивать. Я думаю, что просто прикладывать это ненадежно. Поэтому нужно будет либо нитками, либо можно очень тонкой проволокой. Вот. В общем, что есть? Что есть в хозяйстве? Можно взять нас не тонкие... пугает, что у нас очень тонкая проволока, не белая? Нет. Ее будет незаметно? Ее будет незаметно, а потом... Если и будет заметно, вот как-то не очень страшно. То есть это, сверкает, да, дополнительно. Да, да. Вот так, что мы сейчас немножко обернем, вот закрепим, чтобы он у нас не отскочил. Так, и прикладываем следующее. Вот уже вот так. Ярусом ниже. Формируем колосок или гроздь, да. Как назвать. И затягиваем проволокой немного. Вот. Теперь берем следующую. Острее. Так, закрепляем. И один в серединку. Так. Так, подождите. Да. Что-то новенькое. Вот мы собрали эту вытянутый колосок или гроздь, очень красивую, а теперь мы ее сгибаем. Да, ну для того, чтобы ее разместить вот внизу веточки, да, ее нужно немножко загнуть. Ага. Вот я ее сгибаю. То есть мы уже теперь вплотную подошли к сборке. Совершенно верно. Так. Да. Ну что, вот все у нас части веточки готовы, осталось их только собрать. Я думаю, что здесь можно уже собирать как душе угодно, как хочется, потому что они были очень разные. Теперь кончики лучше тоже окунуть в клей, чтобы не разворачивалась бумага. Либо их можно обернуть, как бутоньерку, сделать. Один толстый. Да. Стебель. Мне кажется, да. Вот так изящнее. Мне кажется, так красивее. Татьяна, красиво. Спасибо огромное вам за науку. Потрясающий урок получился. Вроде бы вот что-то мы и знали, но что-то совершенно новое, совершенно необычайное. Я очень рада, что какие-то секреты теперь будут зафиксированы на пленку, и теперь они точно не пропадут никуда. Я очень надеюсь. И секреты эти мы узнали благодаря нашей гости из Дома ремесел Музея-заповедника народного быта Ивановской области. Татьяна Пешина. Прошу любить и жаловать. Спасибо огромное. Спасибо вам. В следующий раз мы придумаем обязательно что-нибудь интересненькое. А пока можете следить за новостями телеканала «Губерния», присоединившись к группам телеканала, которые есть практически в любой социальной сети. Ну а новости программы «Ручная работа» смотрите в моем блоге, который называется «Дневник радости».